Приветствую всех. Вот и подошел конец курса Poker Pro 2020, четвертый поток. Меня зовут Стас, мне 32 года. С покером знаком давно. В те времена игра была совсем другой, легче можно сказать. И после длительного перерыва я понял, что сейчас я опять новичок в покере. Решил заняться своим скиллом, искал подходящие курсы или тренера. Конечно, сильнее хотел для начала курсы с группой, чтобы был момент соперничества. На Poker Ability я попал случайно, но когда узнал, что об этой школе хорошо отзываются некоторые покеристы, которым я верю, я решил, что данная школа станет для меня стартом. Курс сам по себе не тяжелый. Если правильно распределять время на задания, на теорию, практику, то вполне себе спокойно его проходишь. Он подходит как для новичков, так и для более опытных игроков, которые запутались в своей игре, в куче теорий, которые они изучали, но не могут расставить все по полочкам. Могу сказать, что данный курс обучает тебя, как обучиться покеру. Я очень остался доволен своим выбором школы и планирую тут обучаться и дальше. Так что, если ты в поисках обучения, могу 100% посоветовать начать именно с данного курса. Всем спасибо за внимание и удачи за столами.